Приветствуем, с вами Грей, и пусть душа станет теплей, игрой Romans of the Three Kingdoms, 11-я часть. Так получилось, что предыдущее прохождение не сохранилось, поэтому замок наверху внизу мне пришлось захватывать по новой. Ну, соответственно, и другие битвы пошли тоже по-другому немного. Цао-цао вот теперь, к примеру, намного проблемней. Очень тяжело сейчас высадиться на его территорию. Довольно-таки он неприятно дефается. Тут уже, по сути, разбил 4 где-то отряда, если я не ошибаюсь. Да, вот он зажал. Делать ничего не можем. По факту причем. Не можем попасть. А тут, кстати, еще и саранча, так что. Так что у нас тут с едой полная жертва. Вот транспортник как минимум выделить. Иначе там вообще все хреново будет. 110 дней. Неплохой путь. Мораль. Да блин, какая работа. Пробуем поиски, чтобы немного хоть денег раздобыть до этого замка. Что-то ребята не очень хотят. Так, чуть-чуть все-таки раздобыли. Так, что у нас тут мы имеем? А, тут все уже проходили. О, стену захватили мы. Так, там нам еще одну вроде бы нужно будет. В прошлой серии мы, кстати, уже попытались начать воевать с Дон Джо. Да, тут одна еще будет. Ну, в этой вообще никого нет. Забавно, что, конечно, уже настолько сильно мораль успела просесть. Тогда отсюда никого не берем. Мы здесь продолжаем мораль. И немного денежку искать. Нашли немного денежки. Так, награду выдадим. Кто у нас там желтая? Ничего себе. Ого, 10к. Неплохо. Неплохо. Так, Пумао надо будет отступать. Уже мало еды. Я тут чисто нападаю, чтобы просто в основном внимание даже больше отвлечь. Так как. Понятно. Так как основная сила у меня шла отсюда.
как вы можете видеть, фактически в фермопилах нас зажали, и все на этом. Песенка нашего нападения на этом спета. Причем конницу нашу уже уничтожили. У нас был еще отряд конницы. Второй джиггернаут у нас еле живой. Да уж, веселушно, веселушно. Тут вроде бы хоть как-то с порта выходим. Потому что вся армия в основном стоит, просто ничего не делает. Кто? Тоже лучник. На копейщиков все равно этих ребят у нас больше. Это были лучники. Остальным там уже нечего делать, потому как... Потому как... Выйти не мог, а то Минхо кого-то забрать решил. Да пожалуйста, за 1100 голды. Забирай! Все равно мало денег, чтобы его содержать. Так, тут я построил башню. Кстати, кто тут у нас? Луки. Кстати, луки это не так уж и плохо. Нет, постоянно перескакивает на мечников. Зачем? Зачем ты перескакиваешь на мечников, а? Так, попробуем с ними разобраться. Печально, что равное количество. Поэтому, наверное, еще кого-то выведем. Еще давайте лучников наших выведем. Тут, между прочим, у нас довольно приличные по силе лучники есть. Так, отлично. Тут мы более-менее разберемся, я думаю. А вот тут у нас задачи куда больше. Я тут тоже, кстати, кого войска нас сильно задержали, у некоторых уже совсем мало еды. Просто наши ребята скоро начнут дохнуть. Поэтому срочно нам нужно срочно. Выводим всех. Джиггернаут. Уже все. Ты заодно тоже подходи. Так, сверху у нас тут еще лучники есть, давайте ими. Оп, не туда, не туда. Так, Лидан, надеюсь, мы Лидана разлиданим сейчас. Пошел вон, отлично. Так, тут разбираемся. Возвращайся обратно, у тебя еды нету.
Вамтен, Вамтен! Кого? Зайся, зуми. Такс. Чё, серьёзно? А. Джиггернаут наш в полном ауте. Так, что тут копья, пики, луки, нет. Попробуем подождать наших друзей. Может, что-то у нас хорошее с этого выйдет. Чингисан в панике. Кого-то захватили в плен. Серьезно? Ты теперь просто собираешься отступать? Надо же, в каких-то моментах он и правда не дурак. Ого. Тут у нас со второго района какие-то отряды куда-то направляются. Так, что тут мы имеем? Тут мы имеем Джиггернаута наконец-то одного хотя бы. Немного поджогов. Немного стрел, но тактика не удалась, поэтому в ответочку тоже стрел немного получим. Ну, хотя 700 человек, это уже не так уж немного. Надо сказать, что это весьма много. 700 вот так вот, блядь, увидеть. Продолжаем разговор. В честности. Себя зачем поджигать-то? В честности, наши огнеопасные мероприятия. Так, что у нас тут? Вот это я понимаю барбекю. Самое прям лучшее. Так, остальные выходят. Тоже луки. Башня. И ты у нас пока ничего не можешь. И не можешь, и не могешь. Довольно интересно, что будет войска такого кого делать. Да, вубан. Еды нет, я понял. Тут тоже нет еды, тоже я понял. Спасибо за информацию. Джан-Джао был уничтожен. Сахуба вообще не поймет, куда скачет. Да? Так, тут хрен с ним. Что у нас тут поджогом? Ну да. Уж с такого количества зажигов неудивительно, что в итоге все. О, Таокьян, кстати. И люди. Северный Хаокао. Понимаю. Ну тогда добро пожаловать в тюрьму. Милости к нашему шалашу. Так. Чтоб не тратить лишнюю еду, тем более, что некоторые уже на истощении. Заводим всех, кого можем. А уж еды нет от слова совсем.
Ну, некоторых хватает, а некоторых вообще нет. Ну, еще на 50 дней. Так, Сугубан. Цюкитайся, именно так, Вубан. Так, транспорт. Отправляем тебя прямо сюда. Ну так, Цайся Лили. Плохой отряд тут движется. О, Ксяху Юанг. Ну, само собой, нет, не получится. Но в тюрьму. Добро пожаловать в решеточку. Так. Что же? Бля. А, точно, я же забыл. Конницу-то мою смяли. Надо было все-таки не на автомате ее, а самому руководить. Эх, хе-хе-хе-хех. Попробуем еще раз пробиться. Не знаю, что-то получится. Сам Као-Као 12 тысяч, неплохо. Так, давайте подкрепление на воду выводить, потому что с Као-Као нам весьма тяжело будет разбираться. Нафига себе Лую тут. Нафига только они тут? Вопрос. Ви строят. 50 тысяч. Так, давайте у них позаимствуем людей немножко. Как немножко? Немножко? Во, вот это я понимаю. Нормальная такая херня. Такс. Еще угли. Ужас. Прям зауглились, ребята. По-другому не скажешь. Просто прям зауглились. Такс. Солнце у нас тут отъехал. Конницу мы не можем. Ну, башня у нас, кстати, есть. Такс. Да не, конница у нас, кстати, есть. 4000, но все же есть. Давайте вот этих ребят возьмем. Пусть отправляются. И лучники тоже. Всех отправляем на воду, потому что, ну, здесь очевидно, на воде нам нужно будет много людей, чтобы хотя бы даже банально отвлекать. Такс. Прокачиваем моральку нашим парням. Что касательно порта, не знаю, наверное, пускай все-таки сидят здесь тоже. Кстати, у нас тут
на минуточку пленные. Но не вы. Кстати, много тоже пленных. Лояльность у них слишком высокая. Так, в первую очередь давайте бараки, потому что если что вдруг, то бараки нам всегда будут нужны. Ну и само собой фермы и амбар. Амбар нам просто необходим. Так, деньги кончились, да. Так, тогда давайте поиски организуем. На поиски финансовых средств. Так, чуть-чуть нашли. Хорошо. Так, Суи отправим с 5000. И половиной денег. Ух, это будет путешествие, конечно, длиною в жизнь. Ну, так и есть. 12 целых ходов он будет идти. Так, что у нас тут? Битва идет. Он еще направил. Минху еще направил отряд. Еще отрядец направил. Так, что у нас тут вообще? Юаннан. Не хватает у нас голды. Джугелянг нам уже всё проел с этим. Попробуем найти хоть чуть-чуть. Собственно, чуть-чуть мы и нашли, как и планировали. Так, наняли нового офицера. И еще одного. Так, мораль. Нормальная. А значит, пойдем новые врата захватывать. Да, Цайся Лили. По идее 200к. Еды 200к, поэтому давайте, соответственно, выводить, блять. А конница-то нет. А можем здесь конницу закупать? Наверное, нет, не можем. Хреново. Так, хреново. Нужно нам что-то удалить, чтобы конницу. Давайте рынок. Кони нам здесь срочно нужны, поэтому никого вводить пока не станем. Так-с, пока. Пока никого вводить не станем. Ни хрена себе. Размотали нас. Как ни крути, но размотали. Да. И опять идут. Так, что у нас тут? Пики, копья. Так, это пики, а это кавалеры. Так, с гонью у нас копейщик же, да? Попробуем пробиваться сквозь вражеские отряды.
Пики уводим. Лучников ставим за спину наших копейщиков. Сяхоу Юан опять. Пока делать нечего, просто Базин лидерство повысил. Молодец. Ага, уничтожили отряд Минхуа. Первый, он там еще один выставил. Поэтому будем что-то делать. Так. Нихрена себе, скотина. Начал отступление. Че, лучники, да. Кау. Вот и вам поджарили жопу. Так, Гуань Юй жопу поджарили, поэтому он что-то должен делать с этим. Так, у нас тоже тактика удалась. Тактика и шалость удалась. Огонь! А ну-ка, выживете вы? Взрыв там был сильный. Так. Гасим пламя. Отлично. Так, фан-тин-тин-те. Так, тут никого у нас уже нет. Тут в порту сидят ребята. Тоже по деньгам все хреново. Будем что-то искать, что-то находить, что-то искать. Чуть-чуть что-то нашли. Чуть-чуть мы нашли чего-то. Джак и Джанкся. Ни хрена себе тут народу сидит. Много. Давайте в Ксяньян кого-то переправим, потому что там... Все-таки уже конкретно война с как... Скалкау идет у нас. Так, Жаньбао как раз вот нормальненько. Давайте около десятка человек. О, бойцы. Даже пускай 15 будет. 10 оставим, думаю, хватит. Так, Сувулан. Он же Улан. Выдвигается. Ликсян также сама. Долго я особо не собираюсь рассчитывать, что они там протянут. А, точно. У нас в самом низу же. Ребята просто стоят, ждут. Копья. Копья, копья. Но конец на копья направлять не хочу. Поэтому вернемся просто пока что. Повернемся и будем ждать. Венкин, бойцы, некий отряд стоящий прибыл к Сяньянь. Ликан не был уничтожен. Он восстановился. Так, этих тоже отправим на водные процедуры.
А, блин, что я делаю? Почему замок, который захватили? Тот замок, который мы захватили. Так, деньги есть? Твою мать, 11 тысяч. А ну-ка, Сунчен. Не, ну все, не будем забирать. 4К где-то оставим. Немного конницы возьмем. Такс. Отсюда я хотел направить слово выдать. Ни хрена ж себе. 19 человек. Вот это нуждающихся в наше время. Всю жизнь протянутой рукой. Так, тактика не удалась. Жалко. Жалко, печально. Хотя... Хотя нет, тут мы не будем ничего делать. Так, что у нас тут вообще? Конь. Этот идет. Так, там врата мы захватили. Мы захватили Чиншу, строишь заговор по созданию слухов Чинду. Ну, кстати, хорошо. Скотина, чего хотел, слухи. Слухи всякие пускать. Ян Син начал вступление. Дунжоу там из Симаи воюет еще. Не, да. Ну, как я ожидал, с Кавакао очень хреново все. Тяжко, тяжко. Тут у нас воюй. Вот тактика у Ганью удается. Бамс! Сдох, сука. Да, тут же еды у ребят не хватает. Они просто стоят, чтобы просто постоять. О, лучники. Отлично, служу. Сужу я по твоему лицу, сужу, что... Пожрать ты не против. Так, отлично. Подводим хоть как-то поближе наших братьев и сестер. Нет. 36 персонажей, да вы ёбу дались. Шоке. Поставить их в Шонане? Ну, наверное, ставьте. Я уже не сильно-то и помню, что и кто туда в Шонане подперся. Гуамао начал вступление. Еще бы там Каокао издевается над нашими ребятами. К нему только захочется. Господь всемилостивый. Продолжает... Что нам тут мешать этот, этот парень? Давно бы уже закончил свои притязания на наш королевский трон. Все, уходи. Уходи и дверь закрой. Такс. Наконец-то мы атакуем Ксения. Тут люди скоро с голода просто начнут дохнуть. Банально.
Так, что тут по еде вообще? 21 тысяча, да. Как говорится, ну и дохните с голода, ну и удачи вам. 16 тысяч. В этом порту 13. Так, давайте из этого порта, наверное, попробуем. Бы кого-то доставить. Что тут у нас 3000, это мало. Здесь что-то есть, но пока мы трогать это не будем. Что тут 74000. Так, давайте транспорт от Седова забираем. Ой, минуточку. Нам в основном еда нужна, ребята. Тут денег хватает. Что за грабительство происходит? Понять вообще не могу. Так, тут мы планируем чуть-чуть повоевать. А, блин, тут мне конница нужна. Тогда все. Так, кто еще там? Кто-то еще там. Кто еще там не ходил? Что я не понимаю. Кто-то здесь, наверное. Да вроде все у вас. Нормально. Так, тогда не понимаю, заканчиваем пока. Любей тоже без еды сидит. Тоже им был уничтожен. Цао-цао также с Симаи воюет, все с друг другом. Вот это прикольно, конечно. Каждый бьет по роже каждого. Вот эта темка мне нравится. Это я одобряю. Так, и поджоги тоже тема интересная. В наши дни без этого, увы, никуда. Даже, в общем, прокакали нашу кавалерию. Тут же джаггернауты наши максимально были бесполезны. Просто вот от слова совсем. Так, стоп, давайте конницу. Мораль тут и так хорошая, поэтому вот этим мораль подкрутим сверлом. Сверлом подкрутим этим мораль. Так, транспорт берем. Милая госпожа. 700 оставляем. Кстати, а что вся ука у нас? Еда есть и золото. Тогда вся ука у ее. Главное, чтобы она не вернулась обратно. Такс. Как же много тут голды. А что по одежде? Надо что-то, нет?
целом не сказал бы. Такс. Чё? Неплохо устроился. Кто у него там копья? Так, можем мы пики вывести наши? Или у нас их нет? Есть. Давайте тогда. Что делать? Хм. Неплохо, одобрямс. Использование огня мы одобряем. А кем-то мы еще можем походить. Все на автомате вроде бы. Вот мы походили. В общем-то, да, ставьте их. В общем-то, мы пока вроде как нигде и больше не воюем. Хочу я на Дон Джоу, конечно же, напасть. Но Джанью Юнит уничтожен. Какао продолжает меня мутузить. О! Не хватает золота, да. Луфан идет к нам. Из руна она очевидна. Окружение. Чуть побольше. Вы, блять. Да. Надо было нашим ребятам отступить. Только придется еще долго подводить тогда. Хотя бы нас тут получается отвлекать Кау-Кау. Хотя мы просто им вскармливаем бойцов. Просто скармливаем. По-другому тут не сказать. Не добавить. Раз уж появились деньги, давайте. Обустроимся по бырику. Ну, три рынка. И ладно, еда все-таки получается всегда важней. Ну, а пока давайте копейщиков выведем. Так, что у нас тут покупаем? Ну, вот есть два хороших кандидата. Вместе с Панк Хью. Пусть чай выдвигается. Куда-то вот туда пока их направим. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Так, арбалеты. Они же луки. Они же стрелы. Они же вообще все что угодно. Блин, вот хороший кавалерист, кстати. А давайте его не будем трогать. Долго будет идти, как обычно. Так, лучников, наверное, как можно больше возьмем, потому как, ну...
там нас в горах могут легко перекрыть. Лучники, возможно, будут наиболее полезны. Поэтому в первую очередь будем выводить лучников. Такс. Так, это у нас будут кавалеристы. Все, это у нас будут лучники. Соури Тайся. С таким заявлением у нас выступают ребята. Так. Давайте еще отряд пикейщиков все-таки организуем. Так, вот хорош. Этого возьмем. И вот этого. Еще один отряд лучников. Без лучников никуда наши дни. Пускай эти двое. Они, конечно, не очень лучники, судя по их внешке. Больше любители бумаги почеркать. Но в эти тяжелые дни приходится нам. Можем немного даже денег выдать. Давайте двум нуждающимся, нищим. Так, тут, кстати говоря, походить успел. А эта баба пришла у нас. Не. Еще не притопала. Так, кто походил, да? Тогда все. Гоним уже все без еды. Дохнет. Любей также. Ханьжонь также. Че тут построили? Лагерь. Ух, там вверху, посмотрите только, сколько всего. Все друг друга бьют. Ликсян начал вступление. Бывает, бывает. Там на воде у нас вообще супер все тяжело. Сейчас один из основных моментов, как можно быстрее захватить, потому что еды нет от слова ни хрена нет. Еды нет от слова ее нет ни хрена. Дие захвачено, ура. Эмма захватила. Ну так я. Приятно познакомиться. Как же много народу. Так, давайте заключим в темницу только самых сильных, раз за них все-таки нужно нам еще деньги тоже платить. Поэтому те, у кого бой хороший, а остальных отпускаем. Так, отлично. Отлично, отлично. Ну, тут еды нету. От них подкрепления ждать смысла нет. Вот здесь хотя бы что-то есть. Такс. Что у нас вообще по Цао-Цао тут? Тут самая проблема вот эти, но у них, конечно, и мораль скоро будет падать. Кого можем еще направить? О, конница. Так. Крутой кавалер у нас здесь Вень-Янь. Ты и ты.
Минуточку. Нет, нет. Тот-то у нас есть, кто может больше войск с собой взять. Ливан, ранг Сима. Джон Хью, офицер оф стратегии. Офицер стратегии. Так, тогда возьмем с собой Джон Хью. Ксян отменяется у нас, а Джон Хью наоборот. Наоборот, применяется. Побольше еды возьмем. Все-таки отряд уже большой у нас будет. Так, кого еще можем направить? 300 копейщиков. Или давайте прикупим. Давайте прикупим этих копейщиков. Заодно конницы немного тоже. Так, отсюда направим транспорт с деньгами. Продолжим ферма барыжить. Что у нас, кстати? Ну, наши побеждают. Так что также вернемся к строительству рынков. И получается, на этом пока не все. Так, походу за пленными пришли. Мэньхуа пришел. Ли Хью, да он вроде был так себе, как по статам, но боже. Говорит, только рад услужить, ребята. Гома без пищи. Утонет с теми же проблемами. Гонсенфан был уничтожен. Восстановлен. Этот Донжо с Симой воюет. Сыма. Так, это наша барышня, да? Оставим ее тут. Так. Копья Гуаньюя. Тут сколько еды у Гуаньюя на 70 дней? А давайте попробуем порт захватить тогда. Вот у Любея нету еды, поэтому он точно уже за портом не пойдет. Пока что ему это не нужно. Есть кто-то, кто может командовать большим числом, только 6000. Феи. Так, бери на лучников. Да, вот ты. Жаньбао бери с собой. 100 монет. И последи сюда. Сражаетесь. По чуть-чуть, я вижу, да. Народ отступает в панике. Так, ты вообще сюда зайди. Хотя бы еды немножко черпанешь. Вместе с вдохновлением. Так. Ну, тут мы, наверное, одежку сделаем. Как раз еще конница отряд. Организуем. И копейщиков заодно.
Ну что ж, то последний тогда у нас отряд здесь из Зиптони выдвигается. Зиптони. Хорошее название. Так, ну что ж, это. Что можем тут построить? Кузня. Пики, арбалеты. Ну, кстати, арбалеты не помешают нам. Поэтому их, наверное, сделаем. Отсюда мы этот транспортник назначим вместе с понтоном. В 20 тысяч половину этого и вот этого половину. Такс. Бля. Ай, туплю. Туплю. Опять не на тот замок подумал. Так, доведем еду до 100к. Выдадим нуждающимся нищим людям деньги. На этом все, пожалуй. Лето или весна, точнее. Еще за пленным пришел. А нет, это из дворца императора. Получаю титул барон. Not bad, not bad. Так, вверху все просто воюют по максимальному. Просто друг дружку ненавидят, я бы сказал. Жао Юнь. Так, главное выпускать порт тут сверху. Конечно, он будет получать ответный урон, но ничего не поделаешь. Тут продолжим нападать на Као-Као. Всеми, кто есть. Да, погиб наш парень, но ничего с этим мы не поделаем. Ну, к слову, кстати, подкрепление Као-Као больше тут не выступает. Поищем немного денег. Отлично. Немножко денег мы все-таки нашли. Тут ничего интересного. Чинду, Чинду. Давайте Чинду присоединим к одному из наших районов. Так. Третьему вроде как, да? Да. Все равно Чинду как-то мне там уже... Особо и офицеров нету. Пускай будет в третьем районе у нас. Дистрикт номер 3 будет у нас это. Так, что тут нам построить, интересно? Бараки. Бараки. Нет, фермы давайте лучше. Пока на этом все. Снова денег. Жую только хочет. Кому-кому, ему не жаль. Такс. Что у нас вообще по захвату вот этого? Всего 11 тысяч на самом деле. Давайте, наверное, кинеров наших обратно вернем.
будем обдумывать наше нападение последующее. Да, кстати. А, нет. Очков не хватает, чтобы уже эту девушку вывести. Ваньку лидерство повысил. Улучшение завершено. Не хватает пищи. Ничего себе, там Юаншао накопил. Инси был уничтожен. Не удивляет, конечно, что Сыма так долго держит. Вот как я и говорил. Неприятно. Все для нас. Тут что-то еще есть. Тут что-то еще есть. Так. Да, тут 13 тысяч. Охуенно прям. Охуенно непременно. Так, тогда отсюда транспортник. Вместе с бойцы. Половиной всего. Денег, еды. Половиной пик. Так, выдвигайтесь сюда. Сюда я тоже завел кого-то. Гома. Неплохо, Гома. Золото снизится до нуля. Ну, оставим чуть-чуть. Пару копеек. Сюхупа. Быстро до нас дойдут. Весьма неприятная, надо сказать, проблемка. Можем, конечно, попробовать... Лишь попробовать вывести джаггеров. И захватить порт по-быстрому. Потому как без еды дефать мы все это дело вообще не сможем. Это будет абсолютно бесполезно, напрасно. Кто-то там вроде как не против переметнуться. То давайте немного едой затаримся. Очень нам это надо. На сам Тодели. Я бы сказал, что не очень, а пизда, как нам это надо. О! Наша конница. Что же. Вводим тогда наших джаггернаутов, оставляем здесь сотку. Тремя стами еды. Продолжаем подзатариваться. Все хотят мне втереть, что кто-то чего-то... Кстати. Давайте этих выводить тогда.
что Као Као там мне намеревается. Строить. Так, кого я взял? Копейщики. Копейщики, копейщики. Кто у нас копья? Вот вы, значит. Так, ладно, хрен с ним с голдой. Отправим вас туда. Так, кто-то еще хочет двигаться, но кто? Ты, к примеру. Так, вы и так всех передвигаетесь. Ханза Хатори. Ну давай, помогай. Чем быстрее порт захватим, тем лучше. Ты на автомате. Не знаю, кто-то где-то еще, но вот кто? Ты, может быть? 10 тысяч в Анжине. Неплохо устроились. Ого. Дуанчжоу, кто-то оператор Ксян. Поздравляю вас с этим. Оказывается, Као-Као там мимо, что ли, идет? Или... А, нет, он... С двух сторон, кстати, подводит войска. Виновенько все для нас. Ну ладно, если порт мы уничтожим, то здесь 10 тысяч просто в никуда уйдут. Это будет очень хорошо для нас. Так, значит, он отсюда направляет бойцов. 19к остается на самом деле. Это немало. Так, давайте сверло. Кого-то выведем. Бля, конницы вообще нет. Конницы нет, закупить мы конницу можем. Тогда придется нам потратиться на конницу. Ну хоть 6000 выведем. Так, кто у нас тут по кавалерии? Вы двое. Вы двое и отправитесь. Я не знаю, может быть мне все-таки попробовать захватить замок. С другой стороны, тут будет жопа полнейшая. Наверное, нет, буду пробовать отбиваться, потому что это довольно тупо. Потому что я буду захватывать один, а меня отбивает другой. В итоге я такая-то хуйня полнейшая получается. Так. Луки, арбалеты. Выводим, в принципе, всех, кого можем, наверное, даже. Смысла сидеть я не вижу. Так, кто копья у нас тут? Вы двое. Давайте, на самом деле, выведем все-таки Джиггернаута. Пусть они попробуют захватить замок. Пока там будет все вот это все-таки месиво. Пусть они все-таки что-то попробуют. Плюс у нас тут есть башня, поэтому не только джиггернаутов, но и давайте башню. Также выведем на позицию. На этом пока мы на этом заканчиваем тут. Охренеть, тут вообще некем тупо сражаться. Как же все жопно.
Супер отряд. Нет, не этот, вот он. Он вообще в ебенях, конечно, пока что находится буквально. Ищем туда денежку. Кем я там успел не походить, как обычно. Как обычно кем, а кем мне не скажут. Не помню, вроде можно было как-то на самом деле выбирать то, что кем ты еще не походил. Но вроде у меня все тут идут на марше. Нихуа себе! Тайши Ци, Шуа Сионь. А вот да, наша конница. Ну, джаггерам здесь особо делать нечего. Кстати, копейщики нормально зайдут сюда. Ну же пускай на автомате. Вся холду. Дун в тюрьму, хотя тебя тоже в тюрьму. Так, вся холду отпустим. Не будем зверьми. Так, что будет Дон Джо делать? Что же будет делать Дон Джо? Ах, сука. Он атакует нас луками. Да. Да раз. Отходим тогда. Подальше. Он уже изучил возможность за конницу луками стрелять. На самом деле, конечно, как ни крути, но правильно. Мало того, что самый быстрый юнит, так еще и получается может дальнюю атаку иметь. Так, ты у нас ничего. Вы у нас пики вообще. Против кавалерии вам делать вообще нечего. Прям вот это вот. 100%. Так, тут 30 тысяч. Сколько он подскопил? 13. Но у него 5 косарей. Сможет прилично жить на эти деньги. Почувствовать себя белым человеком. Так, тут ребята пускай сидят. Так, Гуанью. Раз уж тут кавалерия, пускай на нее набросится. С криком молодого Сайгака. Так. Забираем, пожалуй, все, потому что у нас просто вариантов нет. Конечно же, оставить. Пока сюда зайдешь. А ты в замок. Все равно довольно маловероятно, что для нас это будет полезно. Скорее всего, замок придется нам повторно передать Кавакао. Так, что там по копьям? Крит по всем. Но. Нет. Судно мы не будем брать с собой. Чё, копия, ребята, есть? А если найду?
Неплохо вжарили, надо сказать. Так, теперь арбалеты получаются. Можем только на них напасть, но пизды они нам вломят за это. Причем нихуево. Причем это слишком даже очевидно. Выдать. О, как так-то? Предал своих друзей. Нет. За вот этим мы уже точно не пойдем. Так, выдадим новичку денег. В принципе, на удивление, он довольно верный даже. Префект. Наверное, Сунце выведем. Делать-то особо вообще нечего. Даже пускай обычными мечниками, пускай выходит и идет сражаться. Такс. А, блядь, там. Давайте башню, в виде башни тогда пускай. Так, в виде башни. Ну, кстати, Сунце все равно выйдет. Да, жестко нас тут прижали. Поднялся над собой. Да, немного огня никому не повредит в наше время. Продолжаем активно закупаться. Человеческие ресурсы нам теперь сильно пригодятся. Так, также. Моральку поднимаем. Инспекцию добавляем. А, господи, кто там чего, когда? Тут парни движутся. О! Походу, помочь-то не получится теперь. Я прав? Да. Нам уже тут вывели на перерез. Значит, будем тогда воевать с этими. Что сделаешь? Ни хрена, бля, там смотреть страшно. Что творится? Форменное безумие просто. Не смогли нанять, но это, в общем-то, похер. И хрясо там Гонсанзан уже 4к очков накопил. На что только тратить? Калкао 3. Что в дальних замках у нас тут? Так себе дела обстоят. Тоже хреновенько. Тоже ни хрена. Бля.
Полный голяк. А тут что? Не-не-не. Гонжи. Давайте Гонжи возьмет половинку всего. Нифига себе. И сюда хотя бы перевезет пока что. Кавалерию подзакупаем. Тут подзакупаем еды. И транспортом еду повезем. Для начала сюда. Так, тут точно все хреново, да? Ну, как сказать, тут вообще есть деньги. 6 тысяч. 40 тысяч еды. Конечно, форменное безумие происходит у нас. Столько всего. Как это вообще? Да нет, от жопа. Таран нам вообще ничего не сделать с ним. Тогда кто копия? Таран нам с тараном ничего не сделать. Еды здесь нет. Транспортом тогда увозим все, что есть. Почти толком-то ни хрена и нет уже. Да. По нулям останется. Оставим вас тут. Всех оставшихся генералов. Это как поблизости нет противников. Нет противников. Есть, точнее, противники. Понятно. Бойцы тут тогда оставим. Кто это у нас, луки? Не могут почему-то луки атаковать у нас. Пускай вплотную бьет. У нас мечи. И вообще золото до хрена. Можете что-то построить? Что нам стоит дом построить? Да. По-моему, не вовремя я тебя решил. Что ж, возвращайся домой. Тянь-тянь-тюми. Да-да-да. По-скорому двигай булками. В обратном направлении. Так, наверное, это последнее. После этого... Бля, я забыл. Я ж там с Дунжовой, твою мать. Вот где пизда, скорее всего. Или нет? Серьезно? Он что, просто взял и ушел? Да, у меня здесь просто стоят, отдыхают парни. Ну ладно. Раз он пока просто ушел, то ну давайте двигаться самим. Именно так.
тебя тут. Побеги, побеги. Да-да. Одни сплошные побеги у нас. Неожиданная потеря замка. Скажу я вам, прям вот вообще ни разу не ожидал ее. Так, джиггернауты. Сколько нам вообще сюда идти? Твою мать, долго. Но придется выдвигаться. Да, еды, кстати, подзакупим. Ну, будем надеяться, что одного джиггернаута хватит, что тут максимум еще пару, и то мелких отрядов можем вывести. Например, вот копейщиков. На 16 ходов, они только 10 будут идти. Ну, 9. Проходили мимо, ремонт устроили. Молодцы. Давайте кавалерию выведем, а чё бы нет. Здесь хорошие кавалеры. Суны пускай выходят. Как раз ему первому чердак-то и сломают, когда он подбежит к врагам. Так, само собой. Нам нужны лучники. Также пикейщиков выведем, почему, как говорится, и нет. Тут два как раз хороших есть. И пару секретных отрядов. Обычной пехоты. Тыщенки. Долго, конечно, не идти будут, но ничего не поделаешь. И еще парочку. Ну, давайте пускай эти уже будет 2000. Этих чуть больше. Так, все, закончили. Можно еду купить? Нет, не получится. Ладно, ну хотя бы здесь уже еда есть. Так, что по экипменту? Вводим джиггернаутов. Город пока мы не будем пытаться захватить. А, он уничтожил, кстати. Ах ты ж, сука. Ах ты ж, падла.
Не могу понять, чего лучники-то не могут стрелять. В чем прикол? Вот пролагало. Немного отведем, да, видимо, тут концентрация такая. Возможно, тяжело. Давайте в конницу ударимся. Ничего себе, что он построил. Это прям необычная тактика. Нет. Что у нас вообще осталось? Луков нет, есть копья. Целая 1000, кстати, копий. Вот это охуеть. Кто копьями хочет побыть? Бойцы, очевидно, может. Даже не может, а хочет. Ну тут он пускает тут. Тут он пускает тут у нас. Пики. Текс. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А это кто копья? Да? Ну, это по пикейщикам. Что еще делать? Что нам еще делать? А копья пускай в конницу врезается. Ну, откинули. Кэо Чун, кстати, родственник Кэо Кэо. Подожгем ему жопу за это. И еще огненными стрелами подожжем. Поджигание жопы. Вторая попытка. Что, кстати, тут интересно у нас? До хрена войск. Ой, до хрена войск. До хрена денег. Вот что интересно. Давайте кого-нибудь направим. Вот этот, к примеру. И Хан Хао. Ну, пока просто только сюда двигайтесь. Так, что у нас Дон Джо? Опять пидорас. Вывел на нас свои войска. Извиняюсь за мой французский, но вот так вот. Так, я вообще изучал дальность луков? Нет. Хреново. Так, где у нас есть деньги? Тут-то есть. А, очков есть, там нужно 50. Тогда... Алексян был уничтожен, были уничтожены, начал отступление в панике, стал пленником Каракарми. Бля. Жопа. Что полнейшая. Ты у нас третий дистрикт. Так, с парнем. Луки. Дистанция. 60 дней долго. Долго, но хрен с ним. Это нам надо в любом случае делать.
Сунце там, конечно, на великолепном марше просто. А есть кого-то еще отправить туда? Пики. Пики, пики, пики. Вот у нас двоих получается. Через 10 лет приедете, расскажете, как оно там. Еще тут есть вообще интересного, тоже пики есть. Так, спики, пики. Джиашу тогда пускай. Как раз тут копейщики рядом. Бойцы у нас на автомате, это тоже вроде как. Так, чем Женя? Попробуем обстрелять, бля. Киш тормоза. Киш тормоза. Вообще никем и нечего делать. На пике у нас тоже найдется кое-что интересное. Конницу вижу нашу, уже все замяли. Конницу замяли, то давайте еще одну конницу выпустим. А за ними и еще одну конницу. Что касательно Донжо. Ах, блять, я всем забываю, что он теперь еще и стрелковый получается. Это ж пиздец. Да. Да, что-то как-то хреновенько все. Не понимаю, что тогда делать. Как-то по-другому пройти. Через скалы везде проходы очень хуёвые. Тут, к примеру, нету вообще прохода. Тут вот есть. На, но это ж, блядь, это пиздец на самом деле. Такой путь всех просто растеряем нахер. Просто всех нахер. Еще вот тут есть путь, но это хотя бы вдоль реки, кстати говоря. Кстати говоря, вдоль реки... Да, и походу лучше так и нападать, да. Да. Короче, дело к ночи. Хватит тратить войска. Возвращаемся обратно, транспортными перевозим всех. Тот замок, что справа находится. И уже оттуда будем пытаться что-то воевать. А здесь... Так, вот наша конница стоит. Ну ладно, пускай она отвлекает чуть-чуть внимание. Чуть-чуть отвлекает внимание. Но все равно уже официально обосрались. Так,
всех направил. Да. Направил всех, кого мог. Тоже все сходили, кто могли. Пизда, это сколько кстати офицеров-то у нас захватили, ё-моё. А ну-ка, брак, стратегия, основать, разбить, приключить. Просить. О чем просить будем? А, капитуляции, боже мой. А, не так-то много. Но довольно сильных челиков. Я так понимаю, ему нахрен никто не нужен своих. Сидят в тюрячке и похуй. Окся Хаудуна заберет. А я еще и 1000 голды, да, должен ему? А, это в любом случае должен. Ну ладно, собака. Посмотрим, что у нас тут по слухам. Можем ли где-то немножко вкинуть дров? О! Нормально. Так. Так, это переговоры, я так понимаю, да? А, это у меня. А, Минху свою жену решил выкупить. Кстати, за 2 косаря неплохо за нее решил отдать. Все-таки любит свою чертовку. Как это мило. И слезно даже местами. Чуть такое. Ну охуеть, конечно, тут вы настроили. Красоте прям. Это супер медленное разрешение. Но это потому что там лагает. Несчастье. Уж с этим я на данный момент ничего поделать, опять же, к несчастью, не могу. Так, одежда. Давайте немного коников купим. Раз уж мы можем. Давайте купим. И на этом давайте попрощаемся с вами. На всякий случай сохранюсь. Прямо вот перед вами. Ух ты, как сохранение, это тоже лаги. Сохранение любит лаги. Да. На этом как бы все. Очень тяжелая война с Као-Као. Это на самом деле было ожидаемо. Все-таки даже интересно, что наконец-то хоть кто-то здесь на серьезное сопротивление оказал. С Донжоу будет, скорее всего, так же. И с Лубо. Вот остальные не знаю.
Остальные там еще есть, конечно. Сима, кстати, потерял замок. Дуджо у него отжалось, не ошибаюсь, да. Что ж, а на этом, да. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь, обязательно подписывайтесь. Если вам нравится игра от компании Koei, их будет больше. И всем удачи и терпения.